В первый день лета в столице Германии заработает арт-резиденция для казахстанских художников. Открытие творческой лаборатории приурочили к 10-й Берлинской биеннале современного искусства. Картины, которые напишут отечественные мастера, будут показаны на коллективной выставке. Эта идея – часть нового проекта «Фокус Казахстан». Ее создали по программе «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Когда арт-резиденция прекратит работу, 25 сентября состоится открытие двух выставок. Одна из них «Хлеб и розы» соединит в себе полотна уже признанных мастеров и молодых современных авторов. В будущем проект планируют презентовать в Нью-Йорке, Лондоне и южнокорейском Сувоне. Ключевая роль выставки «Хлеб и розы» – показать, как менялись национальные традиции. Для начала мы покажем изделия из войлока, возможно, какие-то ковровые покрытия и внутренние детали юрт. Затем проследим, как менялось искусство в советское время, когда оно приобретало особые черты. Появляется социалистический реализм. Мы должны проанализировать путь казахстанского искусства. В данном случае мы направляем 8 наиболее перспективных молодых художников, которые, задача которых как можно больше получить знаний и опыта, посмотреть, познакомиться с тенденциями развития мирового современного искусства, посмотреть, как их коллеги за рубежом работают, какие техники, какие технологии они используют.